Только за 10 дней ноября угольные предприятия Хакасии отгрузили на восток страны почти 100 тысяч тонн экспортной продукции. Тогда как за весь октябрь объем ее составил 94 тонны, а в сентябре чуть больше 50. Отметим, что договор с РЖД позволяет республике разогнать экспорт угля в 5 раз, что доведет эту цифру до 500 тонн в месяц. Чиновники Хакасии уверены, этот разгон необходим, потому что торговля твердым топливом дает ощутимую прибавку в бюджет региона. Если уголь не будет отгружен, не будет получена прибыль. А мы, раз не получим прибыли, мы в бюджет с вами не получим доходов. И все эти наши обязательства о социальных каких-то делах, мы даже не будем их финансировать. Вот в чем проблема-то. Депутаты Верховного Совета Хакасии написали обращение Михаилу Мишустину. В письме чиновники попросили сохранить угольным предприятиям региона заявленные квоты вывоза и дать возможность их выполнить. Добавим, это уже второе обращение Верховного Совета в адрес федерального правительства по обеспечению вывоза угля из Хакасии. Первое депутаты приняли 6 июля. Сейчас угольщики уже отмечают ощутимые результаты этой планомерной работы.